I think the status quo has been changed over the last round of this. Азербайджанская сторона добилась изменения статус-кво в карабахском вопросе. Азербайджан не может себе позволить терпеть чужаков на своей земле. Армия, народ страны решительно настроены на возврат своих территорий. Граждане Азербайджана, соотечественники за рубежом готовы сражаться за возвращение захваченных земель. На этот раз ситуация разворачивается не в пользу Армении. Она не может продолжать свою оккупационную политику. Руководство этой страны, премьер-министр должны знать, что военная мощь Азербайджана намного превосходит армянскую. Современная техника, высокий моральный дух армии ведет нас вперед к достижению поставленных целей.